Друзья, всем привет! Сейчас я сделаю обзор одного из санузлов на пляже. Это санузел 5-звездочного отеля. Смотрите, как он отделан. Я думаю, стоит того, чтобы сделать об этом обзор. Поехали! Так, столешка у нас сделана из какого-то материала. Вот такая довольно плотная, интересная работа, кстати. На ней находятся две накладные раковины, также два смесителя и два дозатора для мыла. Здесь тоже вот дозатор какой-то жидкости. Там полотенце находится. Так, и вот здесь вот снизу вот такая вот картина. Довольно-таки неприятный, конечно, но этого никто не видит и не обращает на это внимания. Все течет, все капает. Ну, явно не очень-то и приятно. Не пятизвездочное это и получается уже. Все некрасиво. Вот все скрыто под тумбочкой. Все трубки уже давно проржавели. Глядишь, того скоро все это лопнет. Профиля проржавели. А тут вот мозаики просто не хватило. Или не стали даже с ней заморачиваться. Такая вот неприятная, некрасивая картинка. Это все снизу. Но никто снизу, кроме меня, не смотрит и не заглядывает. Такой уж я есть. Так, далее два писсуара, перегородка стеклянная и такая вот мозаика. Мозаика, металл, керамика и все затерто черной затирочкой. Так, на стенах у нас декоративная штукатурка, два унитаза с этой стороны стой. Так, здесь вот кранчик гигиенического душа, который, к сожалению, не работает. Вот еще один минус 5-звездочного отеля. Штукатурка декоративная. Здесь у нас керамогранит размером 900 на 900. Вот такая вот инсталляция. А здесь у нас бумагодержатель. Две штуки. Есть мусорка. На полу тоже керамогранит. Так, ну, в общем, вот так вот выглядит ремонт в санузле на пляже. Ну, плитка очень красивая, точнее, мозаика, мне она нравится. И зеркалами сочетание очень даже отличное. Ну и плюс к тому вот такая вот мойка. Ну, естественно, то, что находится снизу, не очень-то и приятно, не очень красиво. Ну, если бы ухаживали за этим всем, было бы все гораздо красивее и приятнее. И вот такая вот матовая дверь с буквой М. Это означает мужской туалет. Ну, для тех, кто не знал. Так, ну что ж, пошли теперь смотреть более бюджетный вариант туалета на пляже. А теперь обзор более бюджетного санузла на пляже. Так, унитаз. Также с системой гигиены. Вот этот шланчик, который открывает воду в унитазе. Вот она, пипирочка. Ух ты! В общем, открывает кранчик, даем воду сюда. Унитаз, раковина, писсуар. Здесь у нас сушилка для рук. Так, здесь у нас склад туалетной бумаги, здесь у нас мыло и такое зеркало. Так, плитка. Плохо работает кран. Самое интересное, это примыкание плит. Как они здесь аккуратно и ровно все это сделали. И вот здесь вот такая вот вентиляция. Тоже сделано все топорным кустарным способом, то есть не соблюдение никаких там норм красоты, просто нужно было что-то сделать. И вот такой вот гипсокартон, походу влагостойкий, у нас такого нету, а вот здесь он такой вот зеленоватый. Ну и пластиковая дверь, естественно, куда без нее, потому что другая дверь, я сделать думаю, не прокатит. Так, вот он гипсокартон, торец, необработанный торец плитки.
Все сделано вот так вот просто. Тяп-ляп. А, кстати, все это клеилось на герметик. Прикольно. Вон он, герметик. Никакого плиточного клея здесь даже и в помине нет. Круто. Плитка. Черный низ, белый верх. Классика. Так, и вот тут набор бумажных полотенец. В общем, вот такое вот сравнение двух санузлов. Бюджетный и люксовый вариант. Вот это у нас бюджет. То было у нас люкс. Сравнив два вида санузлов, понимаешь, какой из них лучше. Ну, на этом у меня все. Всем спасибо, всем пока. Thank you.